салам из солнечного Баку, Азербайджан. Мы не первый раз в России. И с каждым разом, приезжая сюда, мы влюбляемся в эту страну все больше и больше. Мы безумно рады оказаться здесь, на территории смысла, и познакомиться с таким огромным количеством замечательных и интересных людей. Отдельное спасибо всем вам за тот опыт и знания, которыми вы с нами так щедро делитесь. Привет! My name is Ronald. I'm from Gaborone, Botswana. I've been here for a week now attending this conference, Terra Sentia. And I found Russia to be a beautiful country with loving people and also a rich cultural heritage. And I'm intending to go back to Botswana and tell a good story about Russia and my experience here. Thank you so much. So coming to this forum has been quite a huge experience for me, and I feel very privileged to participate in this forum. And it also provided me with like new network to go to art and culture exchange on a higher level. And for that I'm very thankful for the international connections that I've been able to establish at this forum, meeting people not only from Russia but from all over the world. Мы приехали из Казахстана. Мы очень рады, что мы здесь побывали, в этом прекрасном форуме, в прекрасном месте. Мы, конечно, не первый раз в России, но каждый раз Россия нас встречает по-особому, и каждый раз Россия нас удивляет своим гостеприимством. Мы очень хотим благодарить наших друзей российских. Мы хотим поблагодарить наших друзей из других стран за то, что мы с ними пообщались, подружились и нашли очень такой большой дружный язык. Hi, I'm David, I'm from Vienna and I'm participating in the Россотрудничество Terra Smyslov. And I'm very happy to participate in that forum to meet young Russian leaders who do something positive for their country. They spent their energy and their youth, and this was very inspiring to see that instead of doing some useless things in their free time, they really do something good for their country and have fun at the same time. And this is something that we're going to take home to Austria with us. Мы, участники из Армении, хотим выразить свою благодарность организаторам и особенно Дарье за гостеприимство. Хотим сказать, что это очень хороший проект, который собирает вместе молодых людей из разных стран, народов и культур. Меня зовут Пронислав Гусиняк, я из Словакии, город Спискану Авес. Приятно было посетить Россию, я здесь первый раз. Мне очень понравились Москва, Владимир и этот форум. До новых встреч, Россия! Здравствуйте, мы из Монголии. Мы очень рады, что нам предоставилась шанс, возможность участвовать на данном форуме. Наша делегация состоит из 6 человек, и также мы рады, что увиделись с молодыми людьми, русской молодежью, так и руководством Российской Федерации. I'm Stefan Tomic, and I'm from Požarevac, Serbia, and I have one message for the Russia. Искренне и сердечно желаем вам здоровья, уверенности в завтрашнем и долгих лет жизни. Мы любим вас, Россия!
Copenhagen, Denmark. Гомель, Беларусь. Бишкек, Кыргызстан. Стрискануавес, Словакия. Пожаревец, Сербия. Вена, Австрия. Линц, Австрия. Город Харьков, Украина. Азербайджан. Ереван, Армения. Таху. Улан-Батор, Монголия. Ада, Петропавловск. Уральск. Казахстан. Новое поколение, территория смыслов. Так держать!